Друзья, всем привет! Сейчас мы находимся на одном из строящихся объектов от компании «Скопарк». Это пол Рони Крылатская, который предусмотрен для начинающих скейтбордистов, который также подходит для детского использования. Рядом со мной стоит Игорь, один из наших главных монтажников по скейтпаркам. Скажи, пожалуйста, на какой стадии мы сейчас находимся и сколько примерно нам осталось времени, чтобы завершить объект? Фигура собрана процентов на 50, стоит колпин. То есть колпин собран полностью, вся труба, да? Да, все собрано уже. Тут на часть столов собрано. Ну и где-то недели две, если у нас погода не подведет. То есть недели две и будет готово? Да. Супер. Вот так, друзья. Поэтому через две недели welcome кататься в новый пол от компании «Скопарк». Следите за обновлением.